Дальнего Востока. Внесены предложения по корректировке органов госвласти Хабаровского края. Использовались гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям или... Работа по реализации запланированных мероприятий ведется. Предложение в части расширения периода действия и увеличения размера. Дальнего Востока. Внесены предложения по корректировке государственной программы Российской Федерации. Основными рисками национальной безопасности в сфере лесопользования остаются несовершенство нормативно-правовой базы в сфере лесных отношений и неэффективность государственного управления лесной отраслью.